Всем ночной приветик. Я уже как-то показывала свежий полиняшек Мадагаскара. А это свежий полиняшка мраморного таракана. Там он даже какая-то запчасть от прежнего панциря еще не отвалилась. Но глазки он черненькие видно. А то бывает там на ютубе мелькают ролики. О, типа таракан альбинос, ура, уникальный у меня. Все это в уши провокация. Они всегда после линьки такого цвета, а потом темнеют. Вот сейчас, кстати, овсяночки насыпем, водички дадим. Так что потом станут обычного цвета. Вот такие вот в крапинку. Поэтому и называются мраморные. Ну, судя по облифарму птицеедам, довольно вкусные насекомые. Так что вот так выглядит полиняшка мраморного таракана. Он собрат уже взрослый, да. Это имага. А нимфочки, они он бескрылые. Почти темно-темно-коричневые. Вот так. Тут, кстати, вот еще один полинявший товарищ. Тут вообще хорошо его видно с крылышками. Красавчик. Или красавица. Красавица, да, вижу. Да, по брюшку вопросов нет. Но вот крыло какое-то у тебя немножко бракованное. Угу. Я им тут и овсянки выдала, и морковки. Короче, тусовка только начинается. У нас только полночь, еще вся вкусняха интересная впереди. Угу. Как-то так.